Привет, ребята! И с вами мадемуазель Екатерина. И сегодня я снимаю долгожданное видео. И тема нашего видео – это мой котенок Боня. Мы ее купили летом у наших друзей. Вот, ей на этот момент 6 месяцев. И у нее день рождения 24 апреля. Ну, не скоро, да. Вот, и, ребята, когда нам ее принесли, то она была вот такой вот. Да, вот такой, вот такая вот, а теперь вот такая вот. Ну, и потом я вам покажу, когда все расскажу, и покажу ее. Она была вот такая вот, и бедненькая, мяукала. Мы когда ее покупали, то наконец-то она мурчала так, что я не могу. Она очень. Вот. Ну и вот, ребята. И сейчас ко мне придет Боня. Боня! Так, я наконец-то ее поймала. Вот она! Вот моя Китти, да? Вот она с мячиком этим. Посмотрите на этот мячик. Это не грязь. Нет, нет, это вот. Это от ее ногтей, да, Боня? Видишь, что с мячиком получилось? Это кусело. Это кусело. Все, Боня, пошла?